самого начала хочу сказать, что здесь не обязательно делать копию этих работ. У вас будет совершенно индивидуальная работа. Хочу сказать, что не важно, что вы пейзаж пишете, натюрморт, портрет, это абстрактную композицию, не важно. Первое, что вы должны сделать, вот сейчас очень внимательно меня слушайте, определить на глазок примерно. Так дело в том, что по темному кисточкой вы никогда не положите вот такой живой цвет. Сегодня прям так трудились, рисовали картины. Так устали, как устали. Подумать, что можно устать.